Всем привет, бардак так не разобрала. Что, у меня вот такой вот букет был в руку, его никто не взял почему-то. Был в такой сиреневой упаковочке, и гортензия тоже у меня сиреневая. В общем-то, он такой красивый, большой, и по бюджетной цене, не знаю, почему не понравился. Аромат просто божественный. Ну, я здесь делала аромат, а песочное печенье, это просто сказка. Вот это мой любимый аромат в мыле. Вот, ну, есть, если возможность, я везде его добавляю. А, естественно, в печеньке, да, вот, и в цветочке по возможности, если это не роза. Для роз у меня роза есть аромат, но я не очень люблю аромат розы. Вот, а это прям вообще сказка, такой сладенький, но не приторный. Вот, и что, хочу переделать тогда на букет в стакане. Вот супница у меня такая есть побольше. Для этого мне нужно длину, как минимум, да, укоротить. Вот, нашла я свои кусачки. Так, еще раз. Замерю, чтобы мне не ошибиться лучше. А еще раз проверить, да? Откусываю. Так, вот у меня получился. Ну, сейчас посмотрим. То есть вот они сейчас обкусаются у меня. Так, 3. От прошлого у меня ничего не осталось. Я все-таки запихнула все цветочки в букет. Так, вот так лучше, да? Чтобы у меня прикрылась ложечка. Я, конечно, обычно сначала заворачиваю ложечку, а потом начинаю собирать букет, но видела, что девочки и по-другому делают, наоборот. Мы посмотрим, как это будет. Может, листочков будет лишку. Потому что я вижу, что, вот, например, уже тут нахлёст получается. Сейчас надо будет сделать как-то интересненько. Но в то же время, чтобы не переборщить, да? Вот так. Сюда пойдет немножко вниз. Не переборщить, в смысле, чтобы не перезакрывать. Вот, может быть, этот листочек обстричь, сейчас я посмотрю. Возможно, а может быть, оставлю. Ну да, так все и придется использовать. Я просто думала, может быть, из некоторых сделать букеты в руку. Вот букет в руку маленький, все они ушли. А большие почему-то не хотят забирать. Странно. Ну, не то, что это большой слишком букет, но чуть больше, чем 3 цветочка. Которые я делаю. 3 розочки, вот они прям пользуются большой популярностью. Ну, ладно. Так, давайте чуть короче, потому что высоковато получилось. Я прям была этими цветами очень вдохновлена. Мне они очень понравились. Из них это пищевой силикон. Прекрасный подходит и для мыла, и для шоколада. Можно все делать из них. Вот, и причем форма такая красивая. В общем, у меня цветочки такие, они не крупные, не мелкие. Мне понравились. Так, ну как раз, да, получается. И шпажки сейчас останутся. Так, куда мы тут тебя подоткнем? Мне кажется, одну придется убирать. Не убирать, а переделывать, да? Тут вот тоже пошли друг на друга. Так. Так. Вот этот цветочек не нравится, как он тут сел. Вот сюда нужно добавить. Что сюда нужно добавить? Угу. Ну, тут не очень много получается. Мне так кажется. У меня где-то еще ягодка, по-моему, оставалась. Угу. Так, не так-то это просто вообще делать красивые букеты. Не всегда получается то, что ты хочешь и как ты хочешь. А вот этот цветочек мне не нравится, потому что у него черенок чуть больше, чем хотелось бы. И он не улазит, как мне нужно. Чтобы было достаточно. Что-то он не улазит, да? Так. Угу. Не так. Куда-то у меня вышло погулять. Вот так. Приходится туда-сюда менять. Что-то заменять, что-то подделывать, да. Бывает такое, что сразу-то не сидятся, как хочется мне. И как нужно, да? А как-то вот разнобой. Угу. Сейчас, может, как-то подкрутим.
хочется сделать такой милый букетик. Возможно, так, ну вот так, он даже больше на фиалочке, мне кажется, напоминает. Но здесь, в принципе, можно воткнуть яблоки, но я не знаю, уместно будет или нет. Он же такой вроде. Возможно, здесь идет бабочка маленькая. Но не знаю, есть ли у меня маленькая бабочка. Сейчас посмотрю. Ну да, в принципе, но это не такая нежная. Вот это, наверное, больше бабочка подходит. Можно ее вот сюда примостить. Либо более розовый цвет. Вот этот вот какой-то. Понежнее, да? Вот понежнее больше подходит. Еще один вариант. Вот этот вот может быть зелененький. Тоже неплохо. Так, еще раз. Такой вот. Ну, такой, ну, вот этот мне больше подходит, кажется. Значит, ее возьмем. Так. И что? Надо приклеить. Надо палочку. Воткнуть. Шпажку, да? И на эту шпажку разместить уже бабочку. Чтобы все было хорошо. Вот так, да? Сейчас мы горячим клеем подклеим нашу бабочку. Намазываю шпажку и насаживаю бабочку. Все просто. Все, готово. Так, ну что, сейчас буду запаковывать, наверное, красивую бумажку. Может, конечно, цвет не нравится. Вот бумажка та же, что и была. Может, цвет какой-то не очень. Мне кажется, это нормальный цвет, красивый. Ну, по крайней мере, мне нравится такой цвет. Так, что? Собираю вот так вот, да? Красивые оборки должны получиться. Так, резиночку я приготовила. Так, надеваю. Надеюсь, все получится. Надеваю. И сейчас эти же складки еще раз дублирую. То есть расправляю, как мне хочется, с красивыми складочками сделать. Так, куда тут выпал провод? Ух. Уж извините, как сказать, в полевых условиях, можно сказать, снимаю. Не прямо на столе, потому что заказы никак с ними. То одно, то другое, то третье и так далее. Пошли, пошли. Они идут. То одного плана, то другого. То съедобные букеты, то поделки, то мастер-классы. И поэтому как-то не совсем... Время хватает, времени хватает, не хватает, да, чтобы просто разобрать стол. Вот. Тем более я большой заказ сделала достопримечательности города. И сейчас заказ на домике. То есть я только разобрала, а потом сразу мыло начала делать. Вот. И потом вот домики. То есть получается бумагу опять резать, красить. Вот тут красочки стоят. Вот. То есть все тут надо делать мне разноплановое, можно сказать. То так, то так. Так, вот здесь листочек как-то подогнулся не так, как мне хотелось бы его видеть. Что-то как-то он странно там загнулся и некрасиво. Вот так теперь красиво. Я думаю, немножко надо срезать. Слишком большой тут зад. Сделаем с ужасом. Может, неправильно как-то я делаю. Так.
Вот так у меня получается. Резинка разорвалась, правда. Но все зафиксировалось. Наверное, больше не нужно добавлять мне. Я забыла подклеить двусторонний скотч. Поэтому, не знаю, сейчас подклеить. Так. Вот здесь вот есть возможность подклеить. Я сейчас подклею. Вот в этом месте, чтобы мне тут не отходила упаковка. И, в общем, где есть сейчас возможность подклеить, я подклею. Вот так вот отворачиваю воротник, так сказать. И снимаю защитку. И все, я так подклеиваю. Вот. Он у меня был подклеен. Вот я уже заволновалась, что забыла подклеить. И сбоку то же самое проделываю. Приклеиваю скотч на стаканчик, так будет удобнее. Вот. И разворачиваю обратно упаковку, чтобы она приклеилась. Все расправляю. Сейчас, если вот тут есть возможность, я сейчас тоже подклею. С четвертой получается стороны. Так. И прижимаем. Так. Так. Так, все. Так вот получилось.